Привет, народ! О! Вот так нормально. В общем, чтобы не терять и не рвать его, вы поняли, да? Микрофон, петличку. Я его с этой стороны перенес на эту. Так, в общем, поехали. Все там видно, да? Вот так вот. Архетип коробочки. Вот такая вот коробушка зеленого цвета. Такая, знаете, вся такая тактикульная. Посмотрим, что тут за ножичек у нас. С какой стороны его открывать-то? Ага, вот так вот его открывать с этой стороны вообще. Вообще не с той стороны я открываю, с которой нужно открывать. Так, серкити. Ого-го. Сразу видим, что ого-го. Серкити болеет. Тут люфты, тут. Вот так вот. Чтобы вы понимали. Так, Руслан, добрый день. Заточить, снять черное покрытие. Забыл, как правильно называется. Ну, черное покрытие достаточно. Как вы делали клипсу, тоже надо сделать светлой. Короче, народ, погнали. Здесь, видите, это покрытие уже снялось фактически, поэтому это будет просто. Так. Что тут у нас на клипсе? Раз. Вот так вот. И вот так вот. Раз. Так. Так. В общем. Ладно, давайте мы его разберем. Так. Ну, в общем. Удобнее собирать его на эту сторону, если честно. Ну, как бы, как и все ножи. Так, в общем, народ, мы только клиночек снимаем покрытие, да, и снимаем покрытие с клипса. Погнали. Короче, народ, вот так вот выглядит клипса без покрытия. То же самое делаем с клинком. Бывает и такое, вот так вот, видите, да? Зацепился за наждак. Неприятно, но нужно заклеить, иначе работать не даст это все. Будет подтекать вот так вот. И будет там полмастерской в этом, собственно, деле в крови. Собственно, народ, и все. Так. Собираем нож в обратной последовательности. Я бы, конечно, его собрал с другой стороны.
Давайте сейчас мы посмотрим. Вытрем здесь вот это все. Так, здесь зажато. А здесь отпущен. Стяжные болты отпущены. И этот. Так, теперь вот эта штука была здесь. Вот эта штука была здесь. И теперь с этой стороны стоять боятся. Мы соберем нож с обратной стороны. Так. Тихо. Стоять. Есть. Есть. А здесь шайба чистая. Второпласт, потому что у него качества такие, что он не собирает на себя грязь. И так далее, и тому подобное. Так, так, так. Сейчас, секунду, нужно прокрутить осевой. Вот так вот. Все, вот так вот нож собирать правильно, с этой стороны. Есть. Клипсы на своем месте. Так, осевой. Прежде чем посадим на фиксатор, мы капнем сюда смазки. Капнем смазочки чуть-чуть и пошевелим ножичек, чтобы смазка растеклась туда. Раз, два, три. Есть, замечательно. Все чудесно. Так, шайбу тоже нужно поджать, шайба тоже откручена. Да. Все, теперь осевой на фиксатор. Оп. Все, осевой на фиксатор посадил. Еще, наверное, ножа на два хватит. А потом нужно будет покупать. Так. Не понял. Фу ты, короче, биту народ не поменял. Я кручу, думаю, что такое, не понял, не крутится. Оп, зажали. Еще чуть-чуть можно. Вот, видите, да? Вот этого более чем достаточно. Легко выбрасывается и при легеньком кивочке идет назад. Ну и в принципе... Клиночек автоматически становится по центру. Что еще нужно для счастья? Заточить. Так, так. Так, так, так. Это мы пока в сторонку. Мы пока в сторонку. Это... Так. Сюда. 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 Сюда, сюда. Ну, в общем, как-то так, народ. Берем усатик. Поправляем плейн. Тут же серрейтор поправляем. Так, в принципе, вот и все. Теперь чуть-чуть повернем сам край режущей кромки и, в принципе, народ готово. Погремушка такая, а не нож. Кто это придумал, я не знаю. Смотрите.
эта штука. Просто гремит, как я не знаю, что. Так, 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 так. Листик бумаги. Ну и давайте с эритера начнем. Без проблем абсолютно. И теперь плавим. Без проблем абсолютно. Вот так вот выглядит наш подвод. Ровный, красивый. И серейтор тоже, видите, цепучий, цепучий. То есть, если что, без проблем он перережет хоть паракорд, хоть что хотите. Ну и клиночек у нас, естественно, автоматически стал по центру. В принципе, народ, в принципе, на сегодня все. Если видео понравилось, ставьте пальцы. Давайте, пока-пока, увидимся. Фоткаю нож и выкладываю видео.